UFC. Это достаточно большое, грандиозное событие, как для самих спортсменов, так и для зрителей в целом. Оно позволяет больше приблизить народ вот к этому нашему внедорожному спорту. Который живет в Малайзии. Он в период дождей у себя в тропиках организует данное мероприятие. 2 года назад мы решили нашим клубом «Слива 4×4» написать ему письмо с тем, чтобы под его эгидой и под его форматом провести гонку. Все наши партнеры нам помогали и морально, и материально всем на свете. Нас поддержала Федерация автоспорта Украины и взяла под свое крыло. Вот, и теперь это Кубок Украины по триалу. Зачем запас? Сейчас накачаем и поедем дальше. Да? Правильно, товарищ оператор? Поехали. В общем, у нас от клуба идет машина по секциям. Это наши любимцы, мы за них очень сильно болеем. И накал страстей, по сути дела, у этих фаворитов. Это вот эта вот белая Нива. Вот. Есть еще Suzuki Jimny 111 номер, Бриттон Николай. И еще третий экипаж, Стас Михайлов. В общем, вот между ними, вот этими тремя экипажами, идет сейчас напряженная борьба. Они на данный момент имеют равное количество баллов по всей серии, и эта гонка, она решающая. Отойдите от машины. В общем, мы за них болеем и держим кулачки. Ребята молодцы. Ну что, Сань, ты не сильно летаешь? Любишь? Нормально, он сегодня справляется. Справляется? Да, бегает как молодой. Там твердое дно, но давай. Жижа оказалась липкая. Давай руку, руку, руку. Сейчас руку, я. Ой, там пойди, инвалид уже. Фух. Ну, Миша, я бегал, а не ты. Ты вообще там передачу включил, когда я толкал тут по балу? Ну, это тяжело ж лазать. Конечно. Таким образом пройти трассу. Меньше 15 минут. Меньше 15 минут. 9. Класс! Смотри, дрожи. Да не дрожи, ты там все, ДНЭ поставили. Там две разломанные машины лежат, догорают. И все поставили ДНЭ.
сопливали. Я тебе фотосессию пришлю. Только сопли не надо фотографировать. Не надо тебя фотографировать. Почему? Нам еще ночная гонка. Через 2 часа. А что там? А что мы там ошиблись, что там зависли? Спрыгнул назад, да? Там? И вообще мимо колесом пошел. Несколько будет точек. Вот 5-1, 5-2, 5-3, 5-4. Вот мы можем именно какую-то из них брать. Ну, любую все вместе можем брать, правильно? Да, любую. Или по очереди, или быстренько распределились, кто. Не, вот любую, вот, например, 5-1 берем все, взяли все 5-1, пофоткались и уехали. 5-2, 5-3 нам не надо брать. Так что, все. Почему? Есть завтрашний день. У нас будет СД1 0, СД2 0. Завтра выходим на старт. С утра, да? Спасибо за хороший вечер. Спасибо вам. Я не знаю почему, но он намок. Я знаю. Что вы чистили? Доехало. Ну, а я старт-финиш сделал. Да нет, мы только заварили. Мы только... Доехало. Мы только заварили эту хрень, потому что не успели бы на старт. Бегай, Стас, машина. Если меняй, да. Одна фотография у нас. Флешки все? Ваня? Да. Машина. Да, да. Тоже чуть вперед, пожалуйста. Да, да. Конечно, да. В следующей жизни. Все берем. Вы же берете ее, да? А? Вы будете ее брать? Мы берем все. На вчерашнее было. И сегодняшнее. И сегодняшнее. Ваши следы сразу подгадали. Подгадали, сказали, что... Вы брали? Виталик, тебя тут эскаватор... Какой брали? Я там в ямку дошел, там опустился, там такая глина классная. И все. Мы пролетели бы? А? Над ней бы не пролетели? Тут надо мост строить. Подъемчик. А вы Роме дали? Раз пол, раз перескочили, все. Ваш... Не, у нас нема, у нас масло фильтра и все. Мы их так чинили вчера. Ну, Рома, который это был, да. Такая же, как у нас. Да. Да. Мы Андрей, же Андрей Рома. А? Андрей и Рома. Да, да. Мы вместе с ними ночью ехали. Хорошо идут, мы хорошо.
Они без башен, два правых колеса крутятся, да. Ну, приводятся. Да я утром увидел, вот тоже... Как его носило там по этой трассе, он газу дает, представляешь, как его уводит. А по трассе он вообще на одном колесо, получается, идет, он полный привод выключает, идет на одном колесе. Я там, где... Ну, да. Техника дурная. Вот не спина такой, ну ничего, набегал со мной, как бы, а так. Она же мягенькая. Да, ждешь, там вот на дальней. Фу, я смотрю, два трамплина. Ну, то есть, я понимаю, можно вам счастливо сказать, да? В класс УТВ, да? Да чего, давайте. Холодно, видишь, вся моя печка. Пёрнуть можно разок. Зато летом прокладно. Согреться. Рот не закрыл, можно ховодом нахаваться. Пообедал сам. Пообедал. Прохождение секции состоит в том, чтобы пилот со штурманом очень слаженно выполняли каждую из своих ролей. Штурман точно знал, как направить машину, пилот точно слушал и выполнял его действия. Сами по себе секции очень сложные. И пилот, и штурман, и машина идут вообще на грани своих пределов, на грани своих возможностей. Надо правильно продать дорожку, надо правильно опустить машину, надо правильно за что лебедиться и там выстраивать. Если не совершаешь ошибок, то вообще все реально. Ты делаешь, папа.